данная посылочка. Скажу, что это такое. Это паук, подъемник рыбацкий. Сам я его мечтал сделать, но сеть частей не умею. Вот. И плюс прутки железные, которые должны не сгибаться. Они должны сгибаться и назад возвращаться каленые. Такие тяжело достать. Поэтому я решил заказать в интернет-магазине. Кому потом будет интересно, я расскажу о цене. Расскажу о качестве товара. Не будет. Так. О. О, слава богу, сети капроновые. Меня не обманули. Вот, ребята, вот такие вот сети. 2 на 2 метра. Подъемник рыболовный. Сеть вот такая вот капроновая, как вы видите. Вот они, две крестовины. Я заказал два подъемника. Один 1,5 на 1,5, другой 2 на 2. Ну, как вы видите, качество оставляет желать лучшего. Оно вроде бы как приварено. Вроде бы как все заводское. Но приварено криво. Прокрашено. Вот, приварено очень криво. Покрашено, я бы сказал, так себе. И не факт, что вот эти две пластины не разъединятся. Они как будто бы приклеены, понимаете? То есть, по сути, следов сваривания я их не вижу. Но я попробую вот здесь вот еще прихватить маленько сварочкой. На всякий случай, чтобы она не расстегнулась. Так, крестовинка такая. Дальше. Здесь, скорее всего, идут прутки на два наших подъемника. Срежем верхушечку. Так, срежем верхушечку. Поглядим. Должно быть 8 прутков со специальной стали, которая должна гнуться. Вот у нас упаковано просто капитально, прям вообще не разберем. На, почему-то на две части, интересно. Как все это тут? Вот, наконец-то я добрался. Вот, друзья, одна часть. Ага, они, получается, стыкуются у нас. Стыкуются. И вот эти вот крючочки для лески. Вот, скорее всего, вот эта часть идет на один подъемник. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Угу. Тут у нас тоже что-то есть. Не знаю, чего они производства, ребят. Китай или Россия. Меня интересует, как они будут прогибаться, эти палки. Так. Так, наконец-то я раздербанил это дело. Все, вот еще один комплект. Сейчас снимем резиночки и попробуем 1,5-метровый собрать подъемничек. Что это такое вообще, как на него ловить, вы видели в интернете. Вот, а как вживую? Ну, смотрите. О, довольно-таки, вот довольно-таки они, этот металл каленый, то есть сталистый, возвращается в свое положение. Вот такие прутки на базаре не найдешь, которые не будут сгибаться и будут возвращаться в свое положение. Вот такие я искал. Вот то, что надо.
Не, наверное, будем все это делать тут. Так, вот она сетка наша. На полтора, полтора, полтора на полтора. Так, ребят, сетка капроновая. Довольно хорошая, я думаю. Думаю, довольно-таки должна быть хорошая, да? Сейчас надо уже завода готовы. Все. Вот так вот раскладываем. Здесь вот крючочки, за которые это все будет цепляться. Тоже система. Или вот навыка. Сборка подъемника. Ну что, думаю, ее. Висели. Все у нас получится. Так. Ну, вроде бы получилось. Вроде бы получилось, друзья. Вот такой вот подъемник у нас получился. Конечно, пришлось помучиться первый раз, что собирать его.